Завтрак на траве произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ни в одной мастерской ни одного художника XIX века не могла больше появиться такая или даже хоть сколько-нибудь похожая картина. В то время как салон покоряли римляне эпохи упадка и бесконечные Венеры и Одалиски, она перевернула живопись. Для нее не находилось в то время ни терминов, ни традиций, в которую можно было бы ее вписать. И все складывалось к тому, чтобы этот эффект усугубить. Жюри французского салона, никогда не отличавшееся благосклонностью к молодым художникам, в 1863 году было особенно беспощадным. Настолько, что даже Наполеон III был недоволен количеством недопущенных к выставке работ. Тогда император решил устроить в том же здании одновременно с официальным салоном, салон отверженных. Возможно, появись картина в рамках официальной экспозиции, она бы не стала первым в истории современного искусства полотном, над которым толпы зрителей смеялись и стыдливо перешептывались. Моне стал самым обсуждаемым художником Парижа, правда, сам он хотел совсем другой славы. Картина, первоначально названная «Купание», была задумана как художественный диалог и переосмысление сразу нескольких шедевров – «Сельский концерт» Джорджоне и «Суд Париса» Рафаэля. Первое вдохновило Моне писать двух обнаженных женщин рядом с одетыми мужчинами. Вторая – расположить фигуры в пространстве. Только женщины Моне совсем не нимфы и не богини. Больше всего насмешек вызвала фигура женщины, которая пробует воду. Говорили, что она моется, и добавляли шепотом. Известно, после чего она моется. В картине увидели сцену сексуального характера, а в сидящей девушке – проститутку. Слишком уж прямой и вызывающий взгляд у нее. То и дело около картины яростно шипели непристойность, вульгарность, уродство. Когда же толпам зрителей и озадаченным одиноким критикам удавалось обуздать свой священный гнев, дело доходило и до художественных особенностей картины. И оказывалось, что здесь Моне допустил еще больше непростительных вольностей, чем в выборе сюжета. Он совершенно непростительно поступил с перспективой. Фигура женщины на заднем плане слишком крупная. Каждый из героев сюжета как будто находится ближе к зрителю, чем это было бы возможно в реальности. Это позже арт-критики скажут, вовлек зрителя. А экспериментаторы нового поколения будут повторять этот трюк со сжавшейся перспективой. А в 1863 году картину объявляют нелепой, а художника непрофессиональным мазилкой.